Тагил 22-му, прием. Тагил на связи. Два спасателя выдвинулись на лед к пострадавшим. Полное количество пострадавших непонятно, с берега не видно, их не слышно. На наш запрос, нужна ли помощь, помахали руками, подтвердили, что помощь нужна. В нижнем городе трудовой доблести Тагиле, на все еще заледенелой, но уже быстро оттаивающей акватории городского пруда, спасатели из Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила спасли двух рыбаков, чтобы не сказать самоубийц. Эта парочка любителей подледной рыбы сидела на тонком весеннем льду в 500 метрах от берега. Один из них провалился под лед. Второй помог ему выбраться из ледяной воды, но после этого лед вокруг стал трескаться, образовались промоины, и путь рыбаков к берегу оказался обрезан. Пришлось вызывать спасателей в гидрокостюмах, и те с помощью спасательной доски, спасательных жилетов и спасательной веревки вытащили рыболовов на берег. Те всех поблагодарили, но от медпомощи вежливо отказались. Кто спросит, и чё, эти любители халявной рыбы будут по весне тонуть, а их будут бесплатно спасать? Ну как бы да. Есть такая опция у МЧС, но вообще-то заплатить спасенным придется. Ибо выход на тонкий лед в зоне действия аншлагов, выход на лед запрещен, чреват штрафом в 5000 рублей. Пресс-служба ГУ МЧС информирует, что с начала весеннего сезона в нашей опорной области на водоемах уже случились 5 ЧП, в которых один человек утонул. На пасашок можно было бы сказать что-то душеспасительное рыбакам, но знаем, что это тщетно. Более четверти века мы по весне твердим: «Люди, пришла весна, начались клещи, половодье, лесные пожары, тонкий лед» и далее по списку. Все же все это понимают, но каждую весну люди все равно гибнут и страдают. Но таково человечество, таков мир, юдоль скорби.